Добрый день, уважаемые зрители! С вами Александр Сударев, и я рад приветствовать вас на канале «Совалмаш». Мы с вами находимся в административно-бытовом здании, и что же здесь изменилось за последнее время? Видеоролики не так часто выходят, но, скажем так, мы готовились к тому, чтобы приблизить сегодняшний день. Давайте посмотрим вместе. Во-первых, установлены практически все двери по КТБ. В частности, даже раздвижные автоматические уже стоят с датчиком. Все, скажем так, чинно-благородно. Здесь тоже все установлено, все работает, функционирует по задуманному плану. Дальше мы с вами можем наблюдать уже, скажем, полным ходом идущую подготовку к отделочным работам. Часть колонн уже закрыта специальным материалом, также установлены стеклянные двери. Ну и давайте пройдем дальше, посмотрим, что же происходит на опытно-производственном участке. А что же здесь? А здесь, уважаемые зрители, продолжается гидроизоляция пола первого этажа, в частности, под бетонки. Вот, делается она в несколько слоев. Давайте вспомним, как это происходит. Сначала под бетонка, на нее наносится два слоя праймера, после чего также послойно монтируется технониколь. Пройдемте дальше. Вы уже можете наблюдать достаточно большой объем материала, который был разнесен. Мы с вами идем уже по законченному объему. Здесь уже, скажем так, выполнили монтаж гидроизоляции. Ну и долгожданное событие. Пока гидроизоляция продолжается, уже полным ходом начинается литье бетона. Установлен бетононасос, бетонная станция. Сейчас выполняются подготовительные работы и начинает подаваться первый бетон. Приехал миксер. Вот сейчас мы закрываем, скажем так, правую часть здания, в том числе одноэтажную пристройку, куда как раз-таки в дальнейшем и будет устанавливаться теплотехническое оборудование, посредством которого будет осуществляться ввод тепла в здание. Здесь можно сказать только одно. Ура, товарищи! Потому что этого момента действительно ждали все, так как тепловой контур бетонной работы необходимо успеть выполнить до наступления холодов. И наши доблестные строители с этой задачей на текущий момент справляются достаточно хорошо. И мы с вами можем наблюдать усиление. Мы можем видеть большое количество сотрудников, которые выполняют все необходимые мероприятия и процедуры, которые позволят добиться положительного результата. Вот, я думаю, что в этом видео наши операторы вам продемонстрируют сам процесс и литья, и продолжение монтажа гидроизоляции. Ну и, конечно же, не обойдемся без пролета по третьему этажу, потому что огромное количество межкомнатных перегородок уже установлено. Формируются форкамеры для дальнейшей установки вентиляционного оборудования. Да и вообще много чего интересного происходит. Поэтому приятного вам просмотра и хорошего вам настроения. До новых встреч!